Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Вашему вниманию еще одна интересная тема – 10 признаков того, что вам нужно очистить свою энергию и как. Автор НД. Читает Лора. Процесс духовного пробуждения делает нас крайне чувствительными множеством различных вариантов. Неожиданно наши эмоции сильно обостряются. Наша эмпатия становится болезненно чувствительной, и мы испытываем глубокое влияние эмоций, настроений и энергии окружающих нас людей. Этого достаточно, чтобы начать сводить с ума любого. Так как очистить свою энергию, для чего и когда? Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что внутри себя мы уже имеем дело с настолько большим количеством всего, что добавление любого внешнего материала к невыносимой нагрузке, которую мы уже несем, может стать последней каплей, способной переломить горб верблюду. Что нам нужно сделать? Опередить это, очистить себя от дополнительного давления чужого материала до того, как это сломает нас. Как это сделать? Все начинается с распознавания признаков, способности определять, когда ваша энергия поглощает что-то извне нас, чтобы мы могли быстро и легко очистить это. 10 признаков того, что вам необходимо очистить свою энергию прямо сейчас. Кому интересно, можете записать. Внезапные перепады настроения, переживания каких-либо эмоций, чувств или настроений без видимой причины. Чувство истощения или опустошения после общения или бесед с кем-то. Чувство потребности спрятаться, побыть в одиночестве или изолировать себя от мира или окружающих людей. Чувство тревоги, волнения или перегруженности, но без понимания почему. Ощущение чужой энергии в вашем теле или пространстве. Чувство беспокойства или страха из-за восприятия негатива, тьмы или зла. Подхватываете, ощущаете или переживаете жалобы других людей на здоровье. Улавливаете, ощущаете или переживаете эмоции или проблемы других людей. Ощущаете неспособность отпустить шок или дискомфорт, когда вы оказываетесь рядом с конфликтом, спорами или агрессией. Есть чувство, будто что-то не так или чего-то недостает, без малейшего понятия, что именно и почему. Для чего необходимо очищать энергию? Во время вашего пробуждения очистка энергии жизненно важна. Процесс пробуждения делает нас не просто чувствительными, а сенситивными, экстравосприимчивыми. Мы становимся похожими на шагающие антенны, улавливающие эмоции, настроения и энергии других людей. Это не только делает обычную повседневную жизнь эмоциональным и энергетическим минным полем негативных вибраций, но и оставляет нас беззащитными, а также во власти отрицательной интенсивности происходящего вокруг нас, когда мы не можем остановить это или устранить из нашего пространства, когда это происходит. Это может вызвать у нас чувство подавленности, беспокойства, тревоги, что что-то не так, даже если мы не знаем что. Процесс пробуждения требует, чтобы мы исцеляли и очищали свой собственный материал. Это главная преобразующая задача. Уже это достаточно сложно,
без добавления энергии и проблем других людей. Очистка наших энергий снижает интенсивность наших собственных симптомов пробуждения и не дает нам увязнуть в материале других людей. Нам нужно поддерживать себя как можно более в чистом состоянии, поскольку у нас самих уже достаточно всего, с чем работать. Мы можем сделать это, выстраивая регулярную практику очистки, чтобы наши энергии оставались высокими, светлыми, чистыми и достаточно сильными, чтобы поддержать нас по мере нашего собственного пробуждения. Когда нужно очищать свою энергию? Во время пробуждения следует сделать своей привычкой очищать свою энергию. По крайней мере, один раз в неделю. Это предотвратит возникновение перегрузки и, как следствие, более неприятных симптомов пробуждения. Это также поможет вам легче проходить процесс пробуждения и не даст вам энергетически застрять в нем. Очищайте свою энергию после. Медитирование, духовных практик, выполнение действий по исцелению себя или других, эмоциональных огорчений, споров или конфликтов, взаимодействия с негативными людьми, нахождение в негативной среде, всякий раз, когда вы чувствуете плохую вибрацию и когда вы чувствуете себя застрявшими, раздражительными или разбитыми, и вам нужно продвинуться. Что опасного в традиционных методах очистки энергии? Интернет заполнен информацией о том, как очищать вашу энергию. И такие методы, как использование шалфея, кристаллов, благовоний или эфирных масел, все актуальны для людей, которые не проходят процесс пробуждения. Но для нас, кто в процессе пробуждения, это может быть совершенно опасным. Традиционные методы, такие как шалфей, ладан и кристаллы, могут слишком мощно стимулировать нашу энергию, даже если они специально предназначены для заземления или очистки, и вызвать спонтанный выброс энергии кундалини вверх по позвоночнику, что может привести к психическим и эмоциональным расстройствам, не очень хорошим. И потребуется много времени, чтобы вернуть себя из такой чрезвычайной ситуации. Я считаю своей обязанностью вооружать других знаниями, которых у меня не было, и стараюсь опередить эти вещи до того, как они станут катастрофой. Как очистить энергию безопасно? Лучшее и самое безопасное быстрое решение, которое я обнаружила для устранения энергетической перегрузки во время пробуждения, это масло чайного дерева. И это противоречит моему общему совету избегать масла любой ценой. Да, масла очень перенапрягают чакры и могут вызвать духовную кризисную ситуацию. Однако я обнаружила, что масло чайного дерева единственное, которое действительно достаточно земное и совершенно безопасно для быстрой очистки энергии, когда вы находитесь в затруднительном положении. Масло чайного дерева является единственным безопасным маслом для очистки во время пробуждения. Просто поместите несколько капель в ладони ваших рук, потрите их вместе, глубоко вдохните и пропустите через свою ауру. Просто представьте, что вы проводите через пространство над и вокруг вашего тела в течение минуты или двух, и вы должны чувствовать себя не только яснее, но также и надежно заземленными. Масло чайного дерева только царапает поверхность. Особая проблема, с которой я столкнулась, работая только с маслом чайного дерева, заключалась в том, что хотя оно может немного очищать энергию и освежать вещи, оно не отвечает нескольким очень особым потребностям, которые возникают у вас во время пробуждения. Оно не очищает энергетическую перегрузку, вызванную эмоциями других людей. Оно не очищает негативную энергию, собранную из-за проблем со здоровьем других людей. Оно не может успокоить потрясение или влияние окружающих споров, конфликта или негатива. И
Оно не отключает энергию энергетических вампиров или энергию людей, которые вторгаются в наше пространство. Очистка плюс распутывание, более долгосрочная очистка энергии. После этого я поняла, что мне нужно что-то более серьезное. Нужно было что-то не только для очистки энергии, но и буквально счищать привязки, чтобы энергия взаимодействия с определенными людьми не захватывала меня, или, по крайней мере, чтобы я могла очистить ее, пока это не начало происходить. Я очищалась ежедневно, но также регулярно работала и над тем, чтобы вычищать фактические причины привязок. Это означало, что с течением времени я стала способна не только быстро и легко чистить свои энергии, но и впитывать меньше нежелательной энергии в своей повседневной жизни. Победа! Очистка энергии светом всех цветов радуги очистит вашу энергию и избавит от негативных флюидов. Очистка энергии светом всех цветов радуги – это быстрый и простой способ сохранить ваши энергии чистыми и свободными от ненужных негативных вибраций. Это хороший способ очищения наших энергий, распутывания проблем, которые заставляют нас в первую очередь поглощать их. Существует два ключевых момента ее применения. Вы можете использовать ее в тот момент, когда ощущаете себя захваченными негативными вибрациями, чтобы быстро убрать их из вашего поля. Вы также можете использовать ее ежедневно или еженедельно в качестве здоровой практики, чтобы поддерживать свою энергию здоровой, чистой и сбалансированной. Эту очистку энергии можно использовать в любое время, когда вы чувствуете, что вам нужно эффективное и быстрое очищение. Маленькое дополнение. В последующих роликах я выложу медитацию «Радужное освобождение» или «Очищение». Но при вашем хорошем воображении вы можете и сами свободно использовать радужные энергии и очищать свои тонкие тела или поля, или чакры, или системы, или все органы и все клетки. С вами в освобождении.